33-летний Дмитрий Тарасов разоткровенничался о своей личной жизни. Футболист признался, что не завидует мегапопулярности 34-летней Ольги Бузовой, от которой он ушел в 2016 году. Развод некогда счастливой пары футболиста и ведущей сопровождался громким скандалом. Спортсмен предпочитал отмалчиваться, а телезвезда описывала подробности предательства мужа. После разрыва с Дмитрием она построила головокружительную карьеру певицы. Тарасов в ходе разговора с ведущей «Нового радио» Алисой Селезневой высказался о своем отношении к успеху экс-супруги. На вопрос о ревности к достижениям Бузовой игрок казанского клуба «Рубин» ответил эмоционально. «Я радуюсь, только радуюсь», — подчеркнул он. Многодетный отец придерживается режима самоизоляции и с удовольствием проводит время со своей семьей. Он заявил, что ему, в отличие от других футболистов, повезло. Карантин не нарушил его планов, поскольку совпал с периодом восстановления после операции на ноге. «Кажется, я единственный футболист, которому на пользу пошло все то, что сейчас происходит в мире. Это совпало с моим периодом восстановления. Да, я был расстроен из-за травмы, но потом все остановилось и перенеслось», — указал Дмитрий. Сейчас он тренируется дома в ожидании будущих матчей. Тарасов в ходе расставания с Бузовой отобрал свой подарок – дорогой автомобиль. Нынешняя жена спортсмена, Анастасия Костенко, стала законной обладательницей роскошного дома, который Дмитрий строил с Ольгой. Пара воспитывает двух дочерей. Футболист показал нежное фото с малышками, младшей из которых исполнилось 2 месяца. Ольга Бузова счастлива с бойфрендом Давидом Манукяном. Она похвасталась шикарным сюрпризом от возлюбленного и показала страстные поцелуи с ним.